Минус 25 градусов, полигон Алабино. Именно на этой трассе проходит знаменитый танковый биатлон. Но сегодня здесь солируют совсем другие гусеничные машины. Два робота – разведчик и универсальный сопроводитель-логист. Разведдозор отрабатывает отражение атаки неприятеля. Робот-разведчик идет впереди БТРа, его функции – видеообзор местности. Кроме того, машина дополнительно укреплена бронелистами и способна выполнять функции камикадзе, то есть принимать на себя разрывы мин, а также доставлять на передовую медикаменты и эвакуировать раненых. Плюс ко всему, датчики фиксируют степень заражения местности, а это уже функции подразделения РХБ-защиты. Замыкает строй уже робот-логист. В данном случае его задача – подвоз боеприпасов. Уже сейчас элементы искусственного интеллекта позволяют роботу самостоятельно ориентироваться на местности, обходить препятствия, быть относительно самостоятельным в принятии решений, ориентируясь на оператора с пультом управления. Сейчас в багажном отделении только запасные магазины для автоматов, но, несмотря на скромные габариты, в целом это максимально крепкая платформа.